Делаем добро просто так. Под таким девизом в Ангарске прошла акция добрых дел. Особенные дети совместно с их родителями приготовили подарок для Сталинградской аллеи – кормушки для птиц. А жители близлежащих микрорайонов оказали помощь в установке и взяли на себя ответственность следить за тем, чтобы кормушки всегда были полны. Все ребята очень старательно, очень ответственно отнеслись к этому. И я надеюсь, что нашу акцию поддержат и жители этого района, и вот окружающих мест, да, вот эта Сталинградская аллея будет встречать гомоном птиц, потому что они сегодня, знаете, как по заказу, все собрались, видно, чувствуют, что их сегодня накормят, и это будет продолжаться во всю холодную зиму. Напомним, Сталинградская аллея появилась в Ангарске благодаря неравнодушным горожанам. Они выиграли рейтинговое голосование по проекту «Комфортная городская среда». Совместно с администрацией согласовали проект, и в результате здесь появилась зона отдыха. Центр поддержки общественных инициатив призывает всех жителей города присоединяться к акциям, направленным на сохранение и благоустройство значимых мест округа.